Всем привет! И вы на канале Золотой Пегас. Сегодня мы с вами посмотрим на жизнь наших птичек, пока не было вас. Она будет довольно долго, но вас не было где-то минут, ну где-то дня три, потому что была школа, было, ну как бы, не очень удобно снимать, поэтому я не снимала. Вот, это не мои птички, вот мои лапочки. Вот они тут. Так, телефон залезешь в клетку? Залез. Вот они мои лапки, вот они. Вот они мои хорошие. Давайте, позируйте. Вон как позирует. Позирует красиво. Я девочку покажу. Вон они, да. Их зовут, кто впервые на моем канале, Снежок и Снежинка. Беленькая — это девочка Снежиночка. Вот она первенькая. Давайте не будем ее в глазки следить. Вон он, мальчик, Снежок. Я вам сейчас поймаю девочку, а потом мальчика, и покажу отличия. Так, я поймала нашу лапуську. И это у нас девочка. Давайте я выключу вспышку. Выключить. Вот, чтобы ее в глазки не светить. Вот она, лапочка. И посмотрите, у нее вот клювик. Ну, покажи клювик. Видите, внизу желтоватая вот. Фокус, фокус, фокус. Ну, фокус. Давай, фокусируйся, камера. Алло, давай, пожалуйста, камера, пожалуйста. Вот он, мой птенчик, который хочет меня закусить, потому что я сейчас у него лазила, убиралась. Они вот на меня, скорее всего, возмущены. Так, фокус, вот он. Короче, у меня вот тут внизу желтенький клювик. Вот, видите? Желтенький такой. Я все-таки давайте я подсветку включу. Вот. Мне кажется, вот. Видите? Вот. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте. Вот видите, желтеньким. Давайте выключу сейчас. Быстренько, а то я, наверное, глаз не светила. Вот, лапка моя. Вот он, мой хороший птенчик. Я их выпускала погулять вот по комнате. Так, давайте ее выпустим. Давай. Включу все-таки. Сейчас включаю. Оп. Давайте ее вот сюда посадим. Ну, она, конечно, слетела. И теперь нужно взять нам мальчика. Так, давайте я даже покажу, как буду ловить. Я не буду. Ладно, давайте я вынимаю все-таки. Так, я выпустила птичку. Давайте посмотрим на основание клетки, какая она должна быть. Тут. То есть, ну, домик. Клетка была без этих лакомок всяких, без вот этой кормушки, без палочки, без поилочки и без домика. Только жердочка, вот эти две кормушки и все. И птички, конечно. Но птичка я покупала у заводчика. Лучше их покупать у заводчика, как я и говорила. Потому что у заводчика были очень плохие условия. Лучше, если вы хотите, ну, чтобы не жили долго и все было хорошо, брать вот такую клетку. Вот она, видите, какая большая. Довольно, но места занимает немного. И сразу говорю, ну, кто, то есть, ну, не может засыпать шумом, лучше ставить где-нибудь на эрке или в коридоре. Потому что они очень, вот, как видите, пищат. Давайте послушаем. Вот, это просто закон подлости. Как всегда, когда я прошу их попищать. Слышали? Я только начала говорить, и они пищат. Ну, пищи давай, пищи, пищи.
Снежинка. Где моя хорошая? Снежиночка, снежочек, это пловас. Вот слышали, как они пищат? И они так в основном ночью так чик-чирик, чик-чирик. Пищат вот так вот. Ну, у меня, то есть эти две кормушечки, вот эти вот две. С кормом, вот, одна гранатка и вот это. Вот это у меня с кальцием, тут поилочка. Им, ну, лучше менять воду каждый день. Обязательно тут у меня зуботочки, такая птичка, попугайчик, вот такое сердечко фруктовое. А вон то у нас, кстати, камень, солевой камень. Поправьте меня, если что, в комментариях, ну, как-то так он назывался. Вот, и два таких сердечка фруктовых. В домике у них сено и, ну, такая туалетная бумажка. И жердочка. У них обязательно должна быть, если кто-то не может найти, как, где купить жердочку, или не такая клетка просто, то есть можно вот так сделать палочки, их поставить вот так как-нибудь по периметру. И хочу обратить внимание, лучше хоть одну из палочек вешать вон наверх, вот так вот, как висит палочка, где сейчас сидят мои птички. Потому что им наверху нравится, им все видно как бы. И хорошо. Домик, ну, обязательно должен быть. Потому что мои снесли яйца. Из них, конечно, никто не вылупился. Потому что первая кладка, никогда ничего не вылупляется. Ну, может вылупиться, но это как бы редко. Наполнитель. Наполнитель у меня это сено с опилками и грунт от хомячка. Давайте я вам сейчас покажу. Внизу у меня там опилочки лежат с туалетной бумажкой. Вот. То есть вот так. Давайте так. Вот он. Мой наполнитель. Я всегда пытаюсь формировать как гнездышко. У меня это получается. Я вот так делаю. И вот гнездышко у меня. И кто хочет, может давать лакомки вот такие вот. Ну, камень обязательно, а фруктовый тоже как бы не особо обязательно. Ну, если вы их любите, можете побаловать вот такими вкусняшками. Нужно привязывать вон на ту штуку, но я просто привязала на эту. Ну, канат просто не влез он. Так. Клетка у меня, как вы видели, большая. Ну, это хорошо, когда большая клетка. Это у меня подвешено на такую веревочку, потому что у меня потерялась заглушка, точнее проволочка. Вот они, два моих хороших птички, мои хороших. И давайте посмотрим на их жизнь. Раз, два, три. Снежочек. Что, снежиночка моя маленькая? А когда Паскача покормит? Не волнуйся, она уже покормила. А, хорошо. Тогда я не буду волноваться. Так, привет, мои маленькие. Привет, Кать. Привет, Кать. Привет, Кать. Снежиночка, ты чё так говоришь, как будто фотомодель? А чё, нельзя? Снежинка, ну ладно. Вот так я просто не заходила много в комнату, поэтому не смогла заснять. Ну, а так вот, в принципе, я зашла несколько раз, но я также говорила с ними. Вот он, корм, которым я кормлю. Вот он, вот такой корм. Кальций, сейчас принесу. Вот такой кальций для Амадин. Сейчас я открою его. Вот он. Он вот такой. Давайте я насыплю чуть-чуть в крышечку, чтобы было видно.
Вот он вот такой. Вот такой. Кстати, очень похоже на Землю, когда вот так приближено. Но это не Земля, это кальций. Есть еще несколько других, но вот этот самый лучший. Вот он вот так выглядит. Вот так. И тут вот такие вот злаки. Фокус. Давайте я прочитаю. Ракушечник. Ракушечник. Вот он вот так выглядит. Первый самый. Ну, фокус. Камера. Давайте я все-таки приближу. Вот. Так он выглядит. Следующий это белый камень. Вот белый камень. Вот он беленький. Следующий это красный камень. Красный камень. Там где тут он? Вот он, красный камень. Камбирска. Кема. Кембрийская галька. Кембрийская галька. Так, где он? Да. Вот она. Так. Следующий это сокус скорлупа кедрового ореха. Скорлупа кедрового ореха. Вот так она выглядит. Древесный уголь. Странно, ну да. Вот он, древесный уголь. Кто хочет, может почитать. Вот, поставить на паузу, почитать. Я вот приближу. Так. Так, и небольшая рекомендация. Но я думаю, подруг можно рекомендовать. Зайдите на канал Хомки. Такой канал про животных тоже и про всякие классные штучки. Jazz Life Home Online тоже классный канал и там тоже про животных. Если кто-то хочет распаковочки, слаймики, видео истории, то заходите на канал Настя Савченко. Это моя подружка, мы с ней в одной школе и в одном классе. Обязательно заходите, ставьте лайк, и они будут очень рады. Ну, всем пока, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И обязательно жмите на колокольчик. Всем пока-пока! Мама Риселла, агрессор найс, он навол, энергетикулай, он финсол. And aggressive nice, and I feel so, and I sing a loud nice. I'm singing and I'm a knuckle now a lie. On the face, your damage, and your feet, and your black face. On the rhino, and a secret. And it's happening now, all inside.